Первые машины с продовольствием и топливом для аэропорта доехали до поселка Депутатский. Таким образом, трасса по маршруту Усть-Куйга-Депутатский в Устьянском районе стала проходимой после последствий затяжной пурги. Дорожники расчищают трассу круглосуточно. Далее предстоит работа по расширению и разглаживанию дороги и уборка проезжей части от снежных заносов. Дороги Усть-Куйга-Депутатские. Но на сегодняшний день уже пролаз сделан, и первые машины у нас с продовольственными товарами дошли до поселка Депутатский, и одна машина пришла на аэропорт с авиационным топливом.